Правда ли, что в столице есть компания, которая занимается производством облаков, а в Японии работает целая сеть алкогольных секонд-хендов? На эти и многие другие вопросы предстояло ответить участникам бизнес-игры. Интеллект, логика и даже умение разгадывать ребусы – только на пользу. Лина Ковалева на плейбис впервые. В свою команду ее пригласил друг – опытный игрок Александр Кононыхин. Я точно знаю, что я ничего не знаю об этой игре. Я надеюсь сегодня узнать все правила и не подвести команду опытную. Это безумно классные эмоции, очень весело, встречаешь классных ребят, получаешь удовольствие и от процесса, и от игры, находишь для себя что-то новое и понимаешь, что да, здоровски провести вечер, это же отличный повод. Конкурировать с командой Юлии Герасинговой непросто. Она победитель прошлого сезона в этой бизнес-игре, настоящий профи. У нас было очень интересно, на самом деле. Мы сначала взяли 4-е место, в следующую игру 3-е место, потом 2-е место. И, конечно, на последнюю игру мы шли уже с четким осознанием того, что либо победить, либо никак. Сегодня в нашей команде еще больше людей. И так получается, что у нас есть из абсолютно разных сфер деятельности друзья, которые однозначно всегда с нами и за нас. 8 команд и 5 раундов. Сказочный бизнесмен, интуиция лидера, губернский Форбс. Угадай меня, если сможешь, и бизнес-ребус. На выполнение заданий участникам отводилось от 30 до 120 секунд. Счет велся в режиме реального времени. Действительно, ребята, которые приходят сюда, может быть, и вначале приходят только прошипеть почву и немножечко пообщаться друг с другом, но к финалу задор вот этой игры, конечно же, настроены на победу и на получение приза. И уверены, что и в этом году и новые, и старички команды, которые принимают участие, переформатируются или продолжают в той же команде, рассчитывают на приз. Но главный приз, конечно же, те люди, которые находят здесь друг друга. В ходе напряженного, но веселого соревнования победу вновь одержала команда «Тайная комната». В этом году плейбис пройдет еще 2 раза. Следующий бизнес-баттл уже этой осенью. Диана Горяйнова, Роман Федорков. События дня.